Сегодня 9 ноября, пятница. Наша передвижная студия находится в Камергерском переулке. И с вами в прямом эфире Ольга Ушакова, Роман Будников и наш гость, вы его только что слышали, гармонист, виртуоз, лауреат всероссийских и международных конкурсов Святослав Ширшуков. Сейчас доброе вы утро. Еще и увидите. Доброе утро. Доброе утро, Святослав. Сразу подняли настроение, правда? Да. Мне интересно, сколько весит эта гармонь? Эта гармонь, она весит порядка 6 килограмм. Ну, да, говорят, что это заменяет спортзал, да? Может, я ваш бицепс попробую? Вау, действительно, действительно, Ром, да, бери на вооружение. А, хочется попросить вас продолжить. Вы так зажигательно начали. Давайте еще что-нибудь. Мы еще хотим сплясать. Возле телевизора сидят и аплодируют, потому что, ну, правда, энергия, замечательно, спасибо большое. Я на стуле так плясала, как только можно плясать на стуле. Мы с вами не прощаемся. Святослав, у меня сейчас была возможность поближе рассмотреть вашу гармонь. Это потрясающе, просто произведение искусства. Очень красивый инструмент. Цвет, да, и мне кажется, как вот автомобилем мужчины выбирают себе, чтобы там отделка кожи. То есть вы для себя, да, все это выбирали, да, делали специально для вас эту гармонь? Все это на заказ, специально для того, чтобы комфортно было играть. И у вас, я знаю, целая коллекция. Да, я очень люблю музыкальные инструменты, особенно гармонии. Сколько у вас инструментов? Порядка 30 инструментов, и все возможные. Это и черепашки, это и саратовки, это и ливенки, и белгородские, и итальянки. Они только внешне отличаются, да, или звучат тоже по-разному? Они, конечно, отличаются и внешне. Самая маленькая – это размер спичечного коробка. И на ней можно играть? Безусловно. Она издает такой пи-пи-пи звук. Практически, да, потому что голоса настолько минимальны, что там практически не слышно. Можно вас попросить еще что-нибудь исполнить? Конечно, для всех наших зрителей. Слушайте, я вот искренне так не плясала даже стоя никогда в нашей программе. Спасибо вам большое. Настроение просто на весь день.